блядь.
Бля, Whiteout, конечно, вообще отличается так нормальненько. Плотный такой. Почти рандат. А? Почти рандат, говорю. Это такое сальто ебанутое. Я мы когда делали панели на мистике таком, в Киеве, на электрах, и зимой, и был типа скат, вот такой скат. Ну, то есть мы стояли, грубо говоря, вот так в поезде, мы вот так стояли вот на снегу, вот так всю дорогу. Я на видео раза 4 уехал под поезд, типа просто. Вылажу из-под поезда постоянно, такой, блядь. Это было в 2008 году. 2008. Ну, тоже такая хрень была. Не буду говорить где, но падал тоже постоянно под собаку, колени поразбивал. Ну, снегом, конечно, вообще пиздец, наверное. Нормально гравий льет. Вообще бомбезно. Только его пиздить нужно, давление падает.
Опять колесо спалил. Ты спали на 100 раз. Или не мое? Не-не-не, да, блядь. Сука. Пойдет. Да, ну я думаю, что я его как стану, блядь, присылать. Ну ты качественно проливаешь, не то, что я твой. Ну, вы все не проливаете никак. Я уже 500 раз, где только можно, говорил, что надо проливать нормально. Все вас и такие слушают и... Ага. Хорошо, а потом заливают, такие... блядь, с пробелами, через полгода уже ничего ни хуя не видно заливки. Да, есть такое. Мой олдовый кусок 14 года, по-моему. Ой, как олдовый 14 года. Шеф, ну что, мы опять убили стенку? Отбой сирены. Ты в ту сторону? Панель едет. А? Собака едет. А? Давайте отпетляем. У меня друг на днях погиб. Под электричку попал вот так. Пиздец. Рисовали с ним с 2011 года вместе. Пиздец.